лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Ничем по жизни не особенный, простой комроты РКК. Мой дед погиб в бою под Жлобиным, и где же брань была крепка. Не дожил он до дня победного, сложивши голову за всегда о нем молюсь, молюсь словами немудреными. Господь, во свете упокой Николу воина Еремина в краях с молочною рекой. Война не кончилась с победою, да ныне стонет отчий край. Пусть так, но имя носит дедово другой Еремин Николай. Пусть так, но имя носит дедово другой Еремин Николай. Спасибо, Господи. Во славу Божию. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Николай Еремин, автор-исполнитель. Здравствуйте. Вы спели песню о своем деле, да? Да. Что вы о нем знаете, и почему вы решили, так сказать, его... С этой песни, с песни, да, начать. Что для вас значит вот дед ваш? Ну, спасибо, Господи, отец Анатолий, и за вопрос, и за то, что пригласили. Это одна из моих первых песен. Написана была около 12 лет назад. Деда моего звали Николай Михайлович Еремин, вот. Меня назвали Николаем в честь деда. А был он офицером и участвовал и в финской войне, потом он участвовал в Великой Отечественной войне. И вот в августе 41 года он пропал без вести в районе города Жлобин, где в ту пору были ожесточенные бои, армия наша отступала. Он был командиром роты 286-го, если я не ошибаюсь, стрелкового полка. Ну, вот, и вместе с политруком дивизии полка, вот, земляк из одного села, они вот оказались в числе пропавших без вести. А где он родился? Родился он там же, где и я, в поселке Сурской, Ульяновской области. Ну, вот, увлекался охотой, увлекался семьей, так сказать, был заядлый охотник, был человек такой достойный, очень любил своих детей. Он верующий был, ваш дед? Ну, в ту пору как? В ту пору, конечно, уже все храмы в селе в ту пору уже были взорваны. Вот. И он просто был крещенным человеком, рождение было 4-го года, был крещенным человеком, который просто как-то сохранял традицию, такую семейную традицию почитания
святыни, почитание старших. Вот еще Бог даст, у нас будет еще одна песня. Я расскажу, как в нашей семье почиталась и святыня. Уклад был, да, у него? Уклад, да, уклад, традиционный уклад, он иногда, знаете, оказывается ведь даже сильнее и духовно, наверное, значимее, чем какие-то, может, какая-то, может быть, обрядовая сторона. Может быть, я такие вещи говорю спорные. Но если у человека есть уклад, если он воспитан вот в таком именно ключе, то, может быть, это где-то даже и... И выбрали эту песню, да, специально, чтобы... Ну, потому что это в каком-то... В курс вести, да, своей жизни, с чего-то началось. В каком-то роде это моя визитная карточка, и с ней я выступал на фестивалях и становился лауреатом многих фестивалей авторской песни, Александра Невского фестиваля, и фестиваля «Небо славян» в Крыму, и фестиваля военной песни в городе Кириши. Эту песню знают, она... И это первая моя песня, которая появилась в интернете. Вот, звучало и по радио. Вот, поэтому... Вы руководитель, да, авторской песни, клуба, да? Клуб авторской песни «Александра Невская лавра» существует уже 12 лет. И вот последние 8 лет, да, я являюсь ее руководителем, его руководителем. У нас на самом деле, конечно, если быть, так сказать, точным, то у нас такое соборное управление. Диакон Сергий Ченишвили, он... организатор клуба и помощник владыки по работе с молодежью. И он, конечно, этот клуб курирует, и он его, в общем-то, так сказать, духовно окормляет, можно сказать. Ну, конечно, священноначалие окормляет владыка Назарий. Вот. Ну, диакон Сергий вот так вот. Антон Галицкий, это второй по счету, так сказать, он около года или больше тоже нес это послужение. Вот теперь он как бы официально с поста ушел, но очень большую ведет работу и организационную, по организации концертов. И тоже, несомненно, его и старшинство, у нас самый старший из вот нашей команды. Вот, поэтому он, конечно, его такое авторитетное слово, его, он тоже такой руководитель. Но, ну, в общем-то... Но отчет о концертах пишу я. Вот, поэтому и концерты веду. Спасибо, я. Господи, вот, сам участник вашего фестиваля. Да, да. И участвовал. И вижу, что от этого большая польза и идет, и духовная, да, потому что люди себя сами выражают в творчестве, хвалят и славят Господа в своих песнях. Это большую вы делаете работу, дай Бог вам. Спасибо, Второй, Господи. Низкий вам поклон за это. И я так понял, что вы вот как личность, видно и по первой песне, что вы так настроены, может быть, в хорошем смысле патриотически. Об этом думаете всегда, да? О судьбах Родины. О Родине что-то поет, да, как в той песне. Да, дело в том, что, конечно, думать приходится о многом. У нас, помните, была такая песня, с чего начинается Родина? Мы думаем об обыденных каких-то делах, о том, как как-то семью обеспечить, как-то мир сохранить где-то и с друзьями, и все, потому что время наше сложное, это время и разделения, время сейчас конкуренция, она в том числе и в авторской песне, она, в общем-то, не считается чем-то таким, скажем, зазорным, и наоборот, это, в общем-то, приветствуется, всячески считается, что побеждает лучший, сильнейший. Но я считаю, что если люди делают общее дело, то это приводит к вражде, к разделениям, в общем-то, к распрям. Ну, в общем-то, о мире тоже надо думать. Господь ведь сказал «мир вам», правильно? Не сказал «конкуренция вам», сказал «мир вам», а это значит «любовь, согласие». Вот. Ну, а думаю, что Родина наша будет существовать долго, если в ней будет мир. Вот об этом. Вот, поэтому о мире всего мира. Спасибо, Господи. Вторая песня ваша, она о чем? Вторая песня, я хотел бы исполнить, она посвящена моему прадеду. Вот. Это отец вот того самого деда Николая, Михаил Матвеевич Еремин, да. И здесь я хотел бы как раз сказать и о царских днях, которые мы недавно проживали, потому что эта песня посвящена еще и последнему русскому императору, государю, страстотерпцу Николаю II. Медаль. В квартире в современном здании, где дух томят бетон и сталь, на тонком нитяном гайтане висит прадедова медаль. Ее я мелом чищу к Пасхе и тру поверхности сукном. На той медали профиль царский,
сияет белым серебром. На той медали профиль царский сияет белым серебром. Потомков память крепче смерти, для Бога нет могильных плит. На обороте за усердие все объясняет строгий шрифт. На умной ниве труд примерный награду прадеду стяжал. России сын до гроба верный, старик отступником не стал. России сын до гроба верный, старик отступником не стал. Он прожил жизнь, скорбя и старясь, горел, писание читал. И лик святого государя своим потомкам передал. И я молю со всею силой, себя пред Богом обвинив, в селеньях правды Михаила царь страстотерпец помяни. В селеньях правды Михаила царь страстотерпец помяни. Судьбы вашей семьи, судьба России, да? Ну, у каждой русской семьи, наверное, есть своя святыня какая-то особенная. Вот это вот прадедова медаль, это святыня, которая и в советское время как-то нашу семью, наверное, оберегала и как-то привлекала и Божью милость, и благословение, потому что лик императора, государя на медали он был. Еще у нас есть семейные святыни, это уже, если говорить, вот часовенник, переданный мне бабушкой Елизаветой, это уже по маминой линии часовенник, причем он интересный часовенник, знаете, старообрядский часовник. Часовенник, он там еще вот такие разночтения со времен. Вот, Лестовка бабушкина. Вот, то есть у вас такие корни, да, верующие люди были? Ну, по Волжье, да, там все как бы очень, так сказать, там исторические старообрядцы эту территорию как бы носили, купцы, промышленники, вот из купеческого рода наша семья, в общем-то, и происходит. Творческих людей, ну, хотя как, все пели, вот дед мой второй, который прошел всю войну и закончил в Чехословакии, он играл на балалайке прекрасно, он меня учил этому делу. Вот эти народные какие-то фольклорные моменты, о которых сейчас говорят, о необходимости возрождения, поддержки. Вот это с детства мы с братом, моим старшим, все впитали, и сами играли, и пели там и Камаринского, и Подгорную, и частушки какие-то. Вот. Да мы и сами тоже частицы, да, истории сейчас. Нам очень важно это все сохранять, передавать это настроение. Ну, наверное, это каждый делает, потому что каждый на своем месте является носителем какой-то традиции, да, на работе, в творчестве. Ведь у нас все как через преемственность, через, как бы через наставничество, через какую-то живую передачу. Что-то мы получаем от своих родителей, что-то мы получаем там, от коллег по работе, что-то мы получаем вот в таких творческих мастерских, как, допустим, клуб авторской песни или ваша творческая мастерская, отец Анатолий. Так да, что... надо, вот я пытаюсь с Божьей помощью сохранить вот культуру, да, или носители культуры, чтобы люди могли их увидеть. Это задевает такие струны души, которые ничем другим не затронешь. Потому что песня, да, вместе с музыкой, они имеют такое свойство в глубину души попадать. Какие-то такие точки, которые так просто не раскрываются. Да, и это может быть как во благо, так и во зло. Потому что творчество бывает разное. Мне думается, что все-таки вот то, чем мы с вами занимаемся, это все-таки затрагивает светлые струны души и заставляет вот сердце, как вот мы настраивали гитару, да, перед эфиром, так что заставит и сердце вот в этом тоне действовать. Ну, вибрации, да, вибрации, как говорили. Молитва. Молитва. И я буквально вот перед передачей
Сейчас у меня такая ситуация получается, что я должен на каждую передачу готовить новую песню. Мне это трудно, потому что я сейчас строю храм в Осиновой роще и поглощен полностью строительством и службами, и созиданием прихода. Это ночью буквально мы с матушкой приходим и падаем. Вот. Но я вдруг вот перед передачей вспомнил свою песню. Она еще в работе у меня, но, значит, я ее, может быть, сказать, несколько лет пишу, приступаю к ней, она не может закончиться никак. Я просто сейчас поделюсь. Вот, это у нас же творческая передача, да, творческий процесс. Мне тоже хотелось написать, ну, у тебя вот они личные, да, она у меня более такая вот призывная, плакатная, можно так сказать. Но хотелось тоже свое патриотическое настроение передать в этой песне. И такая песня, она называется «Родина моя славная». Кровью все скреплено любовью. Други мои верные ждут впереди терния. Здесь нам терять нечего, будем идти к вечному. Песня. Спасибо. Ну, такое движение души. Да, очень. Мне хотелось себе, конечно, был момент посвятить святому благоверному Александру Невскому, праведному нашему князю. И, но я еще не успел. Мне кажется, что там еще какая-то разработка должна быть. Немножко медленная часть. И туда про князя Александра. Даст Бог. Может быть, я даже на Александре Невском фестивале вашем... Ну, вы же, отец Анатолий, блестяще выступали на Александре Невском фестивале и заслуженно получили высокую награду. Как бы. Вы уже приводите своих питомцев на фестиваль. Уже, я помню, приводили и одного, и второго. Сейчас на храме дети за мной бегают. Отец Анатолий, покажи нам какой-нибудь аккорд. Да. Я их там настраиваю, детей... Ну, да, мне вот тоже дух. Предлагают с детьми тоже заниматься на Всеволожске. Я вот думаю, способен ли я на это помимо какого-то, знаете, какого-то ведь дара еще должен быть педагогический дар. Тут, понимаете, сомневаешься в том, как тут со своими-то детьми тут сладить, а тут еще как бы посторонний. Ну, вот, ну, да. Может быть, если я доживу до седых лет, вот как вы, может быть, тогда тоже за мной будут бегать и просить. Душа всегда молода. Душа молода. Вот у вас диски вот на столе. Да. Расскажите немножко, что это? Это плод, да, это труд ваш, да? Да, и сердце горестных замет. Ума холодных наблюдений и сердце горестных замет. Что это за диски? Я принес показать диски специально. Да, вот, значит, начнем с последнего. Недавно вышел компакт-диск, который называется «Царские дети». На самом деле, к
кто следит за авторской православной песней и приходит на концерты нашего клуба, который проходит в духовно-посетительском центре Александр Невской Лавры Свято-Духовском первую и третью среду каждого месяца, те люди этот диск знают. Но вот я выпустил лицензионный диск «Царские дети». Песни, которые собраны на диске, а их, ну, в общем-то, около 30 песен, звучание диска около часа, вот, песни короткие. Вот. А эти все песни были написаны 10-12 лет назад. Вообще запись 2004 года. Режиссер звукозаписи Михаил Быстров. Это мой первый вот, авторский диск, который я записал. И песни «Памяти деда», и песни «Медаль», которые звучали вот сегодня на передаче, они в этот диск входят. Вот. Я хотел бы просто показать этот диск, потому что это, наверное, уже в какой-то степени уже история. Уже вот 12 лет существует клуб авторской песни «Александр Невский фестиваль». И, конечно, может быть, кому-то будет интересно этот диск иметь у себя и где-то тогда в церковных лавках или в Александр-Невской лавке. Мы ограничены временем, конечно, передачи. Да. Хотелось бы больше послушать ваших песен. Песен, да. Конечно, затем я и пришел, чтобы показать свои песни. Вот. Еще одна песня, которая звучала на первом Александр-Невском фестивале и которая, наверное, явилась тоже каким-то таким знаковым моментом вот, в творческой моей биографии, песня «Отче Серафиме». Отче Серафиме, Отче Серафиме, благостное время, сладостное имя, теплые молитвы мы тебе приносим, заступи нас грешных, с умилением просим, умоли владыку дать нам духа мирно, чтоб дарились злато, чистый ладан смирно, чтоб летели души радостно к победе, кто мы пред тобою, бурые медведи. Отче Серафиме, Отче Серафиме, благостное время, сладостное имя, призрено моленья с лучезарной выси, чтобы нам не сгинуть, чтобы нам спастися, чтобы нам не сгинуть, чтобы нам спастися. Спасибо, Господи. Во славу Божию, да. Интересно, мне всегда интересно, и многих я спрашиваю на этой передаче, как это происходит, творческий процесс, как рождаются песни. Угу. Вот у тебя, как Николай, как это происходит? Вы знаете, я вот такой случай, я ведь как руководитель клуба должен еще как-то, чувствую сам должен, что я должен как-то еще направлять и регулировать не только свой творческий процесс, но еще и творческий процесс участников клуба. И я как-то подошел к одному барду, очень известному московскому, Борису Щеглову. Вот, спрашиваю: «Борис, слушайте, как вот регулировать творческий процесс?» Он мне ничего не ответил, но у меня в голове моментально мысль озарила: пустить на самотек. Вот я, так сказать, вот этой мысли, я считаю, что это найти Святого Духа, вот, этой мысли следуя. Вот, если я пишу песни, то я пишу, не пишу, я, в общем-то, не переживаю. Хотя, наверное, где-то душа томится. Мучения творческие. Ну вот, мучения не до и после, когда нет, когда не пишется. Вот тогда мучения, и тогда и страдания, все, когда не выступаешь. Еще минута, и стихи свободно потекут. Ну да, там, но перед этим, да, и после, это, так сказать. То есть это получается, что вся жизнь, вот, она и есть творческий процесс,
Это вот это... Ну да, да, конечно, раз уж это все тут, так сказать, это по благословению. Котелок, в котором все варится. Это же, в общем-то, не только тут жизнь, а, наверное, путь спасения такой уж, если тебя благословили этим заниматься, да, и ты в церкви этим занимаешься. Ну, это ответственность. Пишешь песни, и ответственность, само собой, само собой. Вот, ну, как-то, да, с Божьей помощью, надеюсь, все как бы управится во славу Божию. Потому что 10 дисков записано, ну, уже, вот я еще не сказал про диск «Кавказский альбом». Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне создавать эти диски, и звукорежиссеров Михаила Быстрова, Владислава Штирбу и Валерия Егорова, и фотохудожника и прекрасного дизайнера Мадину Астахову, которая подготовила мне макеты этих обложек. Фотографа Юрия, друга диакона Сергия Ученишвили, самого отца Сергия, вас, отец Анатолий. Владыку Назарию. Владыка Назария, телеканал «Союз», вас, дорогие телезрители. И, конечно, всех участников, кто приходит на концерты наши в Духовно-Просветительском центре Свято-Духовский, конечно, свою семью, которые несут, Господи, как говорится, бард несет крест, а семья несет барда. Так, наверное. Дорогие братья и сестры, на этом наша передача подошла к концу. С нами был Николай Еремин, автор-исполнитель. Божьей всем помощи, Божьей благословения. До новых встреч!